На пост директора новой школы на 600 мест в этом году претендует сразу три человека. Школа номер 104 находится в сельском округе Карабастау, который перешел на баланс города Сайрамского района. Для определения лучшего из потенциальных кандидатов специально созданная комиссия в буквальном смысле заварила претендентов вопросами. Одним из претендентов на пост является и сам бывший директор школы. А еще две кандидатуры – это завучи старой школы. В итоге комиссия доверила управлять школой Баян Есимовой, которая ранее занимала должность заместителя директора школы по учебной части. Жалпорта мектебне Есимова Баян Зарифхан кызы тағайындалды. За должность руководителя детского сада номер 63 боролись сразу четыре претендента. Комиссия, выслушав всех кандидатов, назначила на пост директора Жамилю Абдиханову. Бахром Абдулаев, Галымир Назаров, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».